Партнер проекта – компания «Теплоприборкомплект» к началу отопительного сезона. Добрый день. Один уральский банк отчитался, что за 8 месяцев вернул на счета клиентов, которые пользуются картами с функцией кэшбэк, больше 48 миллионов рублей. Самая крупная выплата составила 64 тысячи рублей. Функция кэшбэк предполагает возврат части потраченной по карте суммы. Банк сам ограничивает список услуг или торговых точек при совершении покупок, в которых возвращаются деньги. Кроме реальных денег, некоторые банки позволяют накапливать бонусы, стимулирующие очередные расходы. Есть программы, в которых поощряется лишь оплата услуг сотовой связи. В этом случае начисленные бонусы, например, можно перевести на счет мобильного телефона. Есть банки, которые возвращают часть денег за покупку бензина на АЗС определенных брендов. Обычно бонусы не начисляют за операции через банкомат и безналичные переводы в интернет-банке. Но в кризис бонусные программы становятся менее щедрыми. Если раньше 7 тысяч накопленных баллов в Промсвязьбанке конвертировались в 700 рублей на счет, то теперь только 300. Так что внимательно читайте условия. Это были правила денег.